Здравствуйте, Людмила Аркадьевна, здравствуйте. Вы прям вот, ну, сосочек. Hi, hello, how are you? Hola. А что это вы в очках опять, что происходит? Ну, софиты, да, светят опять, очень опять, ярко, да. На улице дождь, а у нас тут всегда светит солнце. Сейчас начнем просто вот немножечко, небольшая подборка. Вот тепленькие такие джемпера, разные модели, цвета, наполнения. Фасона, взглядов. Маленький, где прибамбасики, где стразы, где нашивочки. И небольшое количество брючек покажем. Просто вот на мне джемперочек бордового цвета. Так, Людмила, расскажи о нем поподробнее, потому что ты знаешь, вот мы все хотим джемпер, знать. Джемпер, да, вот это стоечка, воротник, как у нас привыкли водолазки, да, вот у нас уже все ушли водолазки, вот такой воротничок не большой, не широкий под горло, а вот такая стоечка вязана, свободно, не давит шею. Не чувствуешь асфиксии? Нет, нет, совершенно, так, слава да. Слава богу, ага. Вот такой трикотажик мягенький, также вот так все тянется, да. Рукавчик, так. Вот смотрите, рукавчик спущенный, да. Здесь дальше идет вязка лапша, тоже подтянули, сделали можно покороче, так. Широкий, то есть размерчик не мой, это оверсайз, да. 56-60, размер единый, 4400, бордовый, 4400, да, Люд? Да, бордовый цвет и вот такой черненький цвет. Вот оно как интересно, да? Хочешь бордовый, хочешь черный. Два цвета, 4400. Люд, а можно я на черном посмотрю поближе принт? Покажи принт, пожалуйста. Люд, ты принт покажешь нам или нет? В конце концов, давай посмотрим поближе принт. А смотрите, какие пайеточки, вы только на них посмотрите. Юбочка такая, роскошная юбочка. Боже, да, красная, черная, серебристая, невероятно. Еще один джемпер, газета. Газета, свежие новости, fresh news, Люда. Смотри, черно-белое сочетание, как красиво. Да, да, ты посмотри, красиво. А ботиночки лакированные. То есть это тоже оверсайзный размер. Так. Это 62, то есть с 56 по 62, это да. 100% пойдет. Также рукав, он спущен. Давай поближе посмотрим. Здесь поближе. Лапша. А лапша, опять вот так, голубыми не останемся. Так. Подтянули, рукавчик так. Сделали так фирменно, с джинсиками. Супер, Люда, супер вещичка. Горловина, то есть вот горловина, здесь она... Что вот, по поводу асфиксии, Люда? Нет, какой? Нет, большой нет, вероятность? Нет, не жмет. То не есть жмет. Поднять я люблю, чтобы горло было открыто. Да. То есть я вот так делаю подворотик, получается такая небольшая стоечка. Хотите поднять, будет как водолазка. Целиком закрывать горло. Газетка. Мы это уже слышали, Люда. Да, да шучу я! Сказать. Все, ну, давай, такое? Давай, 3800. Хватит. Еще раз, 3800, газетка. Дай сказать. 3800, оверсайз, 56-62. Я сразу покажу брюки. Я газеты. Надеюсь, ты меня не уволишь, Люд? Нет. Я так, я же шуткую. Это шуткую, шутка, да. Я шутку. А-а-а. Вот посмотри, вот такие. Так. Шик под кожу брюки. Ой, классные, да. Это газеты, да? Да. 2800. Классные брючки, Люда, прям вообще супер фэшн хай. Покажу, куда мы их дели, Армани, брюки. Ну, однажды мы их найдем, Люд, чего ты, не переживай, наши да. Любимые, времени много. Любимые Армани брюки с 54 по 64 размер, 4600. Тоже сочетание. Посмотри, с этой газеты шикарно. А подними их, пожалуйста, чуть повыше, мы их рассмотрим. Брючки Армани. А почему Армани вы их называете? Интересно. О, как мы интересно. Мы их называем Армани. Да, мы их называем вот Армани. Вот эта кокетка. Очень удобно. Она поддерживает, подтягивает животик. Резинка тянется. Здесь трикотаж. К низу заужен. Трикотаж плотный. Ножка не вытягивается. Коленка не вытягивается. Брюки шикарные. 4600. Размеры мы сказали, да? С 54 по 64 размер. Как правильно, я вот вообще уже запутался, ну, конкретно. Бананы хочется назвать штанами. Так, ну давай, штанишки. Да, микровельвет, да? Он в едином размере, эти брюки 54-56 размер. 3800 это брюки стоят. Поверти, покрути, давай, бананчики, мы хотим знать. Карманы, завязочка, фишечка, карманы передние. Вот такие карманы, причем рабочие карманы. Рабочие. Такая кожаная вставочка. Еще есть карман боковой, задний карман. А в самом низу есть карман? Низ. Вот прострочка такая зауженная, да? А сзади у нас такая резинка. Интересно, Люда. Вот она придумывает-то, да? Штаны сядут шикарно. То же самое хочу показать вот под эту газету. Вот под этот джемпер. У нас рубрика «Великий комбинатор». Брючки. Как кожа, естественно, это не натуральная кожа, это кожа.
тоже бананчики, более плотные материальчик. Бананчики два размера, 54, ну где-то 54-56, а вторые, наверное, 56-58. Они, конечно, не такие размеры, как я хотела, но такие, какие есть. Низ. Покажи, какой низ. Ты хоть цену-то сказала, Люда? 4400. Томимся. 4400. Красиво внизу, красиво, низ, да. Красивый, да. Ты прям сегодня у нас Джина Гершин. Вся в коже, вся, да, блестишь. Да, боже, вы посмотрите. Давай покажем просто материал, какой классный. Потрогаем. Так, ручки. Ты говоришь, это похоже на кожу, это, да? Ну, прям натуральная кожа, более плотная. На вкус и цвет. На хлопковой основе, то есть. Внизу, текстура, да? Смотрите, какая кожа, очень, да, приятная вещь. Да, это хлопок идет, то есть брюки гладили изнутри, чтобы, да, привести, да, божеский, да. Мы вид. Все красиво делаем. Брюки шикарно. Здесь у нас резиночка. Талия, это резинка, вот как все тянется. Ну прям тянется, Люд, все подтверждаем, тянется, да. Кожа, вот она, все тянется, у вас там, здесь все присутствует. Вся это, ну, бананы, они и есть бананы, да, тут еще и кулиска, и опять маленький прибамбасик. Маленькая, да, интересная штучка, давай ее приблизим, посмотрим, 4К, о, какая наливная штучка. Да, а у нас что тут, вот еще, вот это сбоку, боковой лампас такой вшит. Вот это сбоку, что это, мы не знаем, но это. Это боковой, точно оно. Это боковой лампас, смотри, шикарно. Ну, наконец, он придает, удлиняет ножку и дает стройность нашей фигуре. Вот, да, эта вот я полоска. Хоть немножко образовываться и, начинаю. И заканчивается этот лампасик, да, вот такой штучкой буду. Красивой. Красиво, Люд, красиво, да. Подтверждаем, да. То есть низ у нас резинка, манжет, резиночка. Угу. Все тянется. Как тебе с этой куртяшкой? Ой, Люда, восторг, просто шик, просто, я не знаю, плакую, последний плакую, показ Balenciaga, все, это манифик, это 8 звезд шикарно. Отель, едем. Короче, да, 54-56, 56-58, два размера, 4-4. Лучше. Le Boutique, модная пышка, размеры большие для роскошных женщин. Вы посмотрите, Людмила, столько красивых вещей. Люда, вам слово. Шикарные брюки, поближе. Куда поближе, куда, я даже не знаю, я теряюсь, вот Люда. Вот надписи, это все вышивка. Я нервничаю. Блюшки, брючки трикотажные. Black, здесь так. Такой сбоку манжетик, это боковина. Угу, смотри, да, здесь, да. Резинка. Дальше. Здесь у нас кто нарисован. Ой, я не знаю, какая-то крыска, по-моему. Лапки, да? Нет? Лапки, здесь, так, здесь кто кошечка. Же это? Рысь, может быть? Кошечка. Кошечка, как же я сразу кошечки, не догадался, да. Люда, боже. Сзади на кармане тоже след. Кошечки. Тоже кошачий след, вы то посмотрите. То есть брючки 54 по 64 размер, цена этих брюк 4600. А что про качество ткани ты нам расскажешь, Людмила Аркадьевна? Это опять же трикотаж. Давай поближе трикотаж. Покажем. Давай поближе, да. Да, вот она вот как машет. Ой, сейчас взлетит. Вот, так. Показывай. Ага. Вот как это сбоку смотрится красиво. Дай хоть потрогай-то. Потрогай. Ой, как приятно, нежненько, да? Трикотаж плотный, шикарный. Брюки тянутся, эластан. А прямо сейчас Люда нам покажет, как тянутся эти штанишки. Люда, а, ну-ка тяни. Ну, ну-ка тяни, еще тяни. Еще? Дальше куда тяни, тебе, растягивай. Ну, то есть я сказала, размер с 54 по 64, цена 4600. Продолжается у нас наша свежая коллекция, Людмила, да? Да, это из той же серии, как вот эти брючки, да, только что показали, кошечки, царапки и вот кошечки, такие собачки, так. Здесь у нас уже немножко нам цирчик, так. Люда, мы томимся, пожалуйста, здесь цирчик. Здесь остались, к сожалению, уже 56-58, потому что пока мы тут разбирались, пока принимали два размера, да, пока стояли, большие уже ушли. 4800 эти брючки стоят. А размер еще раз для глухих? Это 56-58 остался размер. Спасибо, посмотри, Люд. Покажи поближе. Вот такую фишечку, вот такую мишечку. Сейчас, подожди секунду, я попробую цифровой зум. О, какая мишечка наливная. Кстати, кто-то нам сказал, мы хотим купить у вас брючки с обезьянкой, но это, хочу разочаровать, это не обезьянка, это мишка. Это мишка. Ну какая же это обезьянка? Лампасик, ну, лампасик какая? Коричневый. Да, коричневый. Ну просто ждали и спрашивали, когда, ага, вы привезете брючки с обезьянкой. Опять же низ, да? Вот лампас переходит, боковой сейчас паре, тоже самая резинка, тоже красивый, как черно-коричневый, да, интересно, цвет. Да, вот, да, прям, да. Но это остались 56-58, тоже самый ткань, тот же самый трикотаж, шикарно тянутся брюки.
А если еще потянуть дальше? Ну, куда эти больше растянутся? Не знаю, прям у меня сегодня какая-то... Больше они не растянутся. Настроение тянучка, да, ну а что делать? Шикарные брюки, просто. Согласен, согласен, Люд, да. И Мишка вместо обезьянки, да? Да. Хотели обезьянку, Мишка, а тут Мишка, да. Ну, тут вот Мишка, да. А что делать? Всё. Продано. Люда, не опускай так быстро, ну, не подожди, опускай. Ну дай нам посмотреть-то, Люда, ну дай рассмотреть. Постой, постой. Вы посмотрите, это пока цирчик говорит с ценой, а я покажу детали. Так, цир, Люда. 4800. А размеры? С 56 по 62. Смотри, какой он красивый. Брелочек тут. Брелочек тоже Мишка, меховой, кстати, да? Мишка, меховой, Люд. Меховой. Это не обезьянка, Люд? Нет, это Мишка. Не обезьянка. 56 по 62, да. Модно, что в прошлом году, что в этом году такой красивый серый цвет, выворка, да? Да, модно актуально. Много прибамбасиков, и пластмассочек, и блестюшек, и заплаточек, чего-то. Да, мы их все посмотрели уже, Люд. А сзади там что, карманы рабочие? Рабочие, да. Вот оно как. Все тянется вот так шикарно. Посадка высокая, вот джинсы высокая. Все чин-чинарем, все шикарно. То есть, если я захочу их по грудь натянуть, я смогу, да, Люд? Если посадка высокая. Ну, не получится. К сожалению, по грудь не получится. Ну, значит, высокая, но не слишком. Еще одни джинсики серые, да? Наша любимая модель. То есть, у нас такие же джинсы есть со смайлом. Сбоку вот идет такая вставочка, лампасик. Что ж там за вставочка-то такая? Вот этот вот лампасик идет. Лампасик, да. Вот. И да. В смайлах, и эта модель тоже одинаковая. Да? То есть это стройнит вот эта вот полосочка, вставка широкая на нашей боковой части, она очень стройнит. Mm-hmm. То же самое, та же самая модель, та же самая резинка, высокая посадка. Да? Сзади, ну, сзади простенько, да? Классическая. Кармашки. Я хочу знать, работают ли карманы. Работают, почему оба, да, шикарно. Кокетка небольшая, да? Mm-hmm. И здесь есть шнуровочка. Шнуровочка посмотрим, красивая, шнуровочка поближе в 4К, да? Да, сейчас мы ее разверну. Какая шнуровочка, ты посмотри. Шнуровочка, все красиво. Ага, штучка. И такая вышивка шикарная, да? Но брючки тоже самое, это подвернули, опустили, манжетку убрали, получается полная длина. Люда цирчик, томимся. Они большие, 60 по 60, даже 66 на 68 на 70 размер пойдет. Цена, интересно. Тут, знаешь, такая цена, интрига. 4600. Все, Люд, продано, дальше. Это смайл. Почему их называют смайл? Тут вот такая фишечка смайл. Здесь на карманчике. Смайл у нас сзади на карманчик. Так, а где еще смайл? Все, эта модель нравится всем. Также карманы действующие и спереди. Рабочие, это важно. Также резинка. Все тянется. Вы их только что получили, вот, да? Я смотрю, какие-то помятые, мы да? Мы еще не успели их не успели, да, отгладить. Столько всего, опять столько же, забот. Я говорила, да, что та модель, да, да, боковая вставочка. Да, что и здесь? То же самое. Опять же, самый ходовой цвет, это серый. Два размера 56-58, 4-600. Серый цвет, но он более темный. Да, здесь потемнее. Два размера 60-62, цена 4-800 и... Что это у нас такое, Люда? Давай посмотрим. Пчелка. Пчелка, мушка. Боже, Люда, она летит. Полетела, Люда, полетела. Ну, как называется? Кто пчелка, кто мушка. Ой, а давай разберемся поближе, узнаем. Ну-ка, раз, два, три, четыре. Напишите в комментариях, это что? Пчелка или мушка? Знаешь, есть и мушка такая, желтая. Есть и пчелка. Да ладно тебе, Люда, где ты видела таких желтых мух? Есть. Нету, Люда. Я тебе сто раз Люда, говорю, я тебе говорю, это пчелка, это шмель, это пчел какой-то. Все, все, напишите в комментариях, а то мы с Людой сейчас тут драться уже начнем. 4800, продан. Невероятные, невероятные бесконечные поступления у Людмилы. Боже, она даже не успевает все отгладить. Тоже, вы посмотрите, да, а? Не успели мы отгладить, не успели. Время уже нас поджимает. Пора, конечно. Пора уже ехать, мы уже устали. Эти джинсы тоже самые, 4600, они с 56 по 68 размер. О, класс. Цвет уже не серый, не черный, а синий. Да, это факт. Синий. Смотри, какая выворка. Здесь красивая, здесь волнистая. Давай посмотрим на выворку, Люда. О, какая выворка, вы посмотрите. О, какая выворка.
сбоку. Да, посмотри. Что тут у нас сбоку? Боковой лампасик, я лампасик, уже выучил. А на лампасике что? Какие-то патчи, принты, я не знаю, что это. Да, на... это такая, я не знаю, как это, это типа кожи. Напишите в комментариях. Типа кожи черной. Ага, блестящая, да. Конечно. Нет, тут надпись, между прочим. Надписи еще, Люда, господи, какой-то месседж потаённый, да. Интересный. Наверняка... Также... Подожди, подожди, подожди. Смотри, какие здесь интересная рванинка, да? Рванинка, ой, царапки мы их царапки называем. Они называют. Да. Что только не придумывают. Царапки. Царапки. Кто рванинка, кто царапки. Также с 56 по 68, повторюсь. Но 68 также он может очень тянуться хорошо. И на 70 размер 4600, цвет синий. Также подворот есть, но можно сделать полную длину. Все это можно и на ваших глазах сделать полную длинную длину. Короткий длину. Подворот превращается. Та же самая резинка, все тянется, посадка высокая. Все. А сзади что там, кармашки-то рабочие? Конечно. Давай проверим. Ты левый, я правый. Ты правый, я левый. Ну-ка. Рабочие. Все рабочие.